Всем привет, друзья! Это Клейка Про. Сегодня мы обозреваем шумоизоляции. Как многие считают, что шумоизоляция — это просто взял, налепил вот такую виброизоляцию на металл и все, шумоизоляция готова. Но нет. Шумка на самом деле — это целая технология, которая требует разных материалов в разных местах, там, где именно они должны быть. Так, к примеру, у меня есть несколько образцов вот таких вот. И давайте я расскажу, каждый для чего нужен. Начнем с первого. Первый у нас — это виброизоляция. Она гасит в основную часть шумов, то есть это низкий частот. Вообще, шум в машине состоит из высоких, средних и низких частот. Вторым слоем в разных местах обычно клеятся разные материалы. В данном случае мы используем премиальный материал от Comfortmat, и вот этот материал называется BlockShot. Второй слой у нас получается, что он уже включает в себя еще и третий слой, то есть вот эта вот коричневая штучка — это мембрана, так называемая. Вот. Вторым слоем идет у нас вспененный полиэтилен, или точно я не знаю, как вам описать этот материал, но суть такова. Вот такой вот материал мы можем смело положить на пол, можем смело положить его на арки, где самый основной шум у нас идет. Так как мы будем шумить их из-под колес, а значит, там будет постоянно вода, мы обойдемся только виброизоляцией. Будем использовать вот такую вот мастичную виброизоляцию 4 мм, которой мы укатаем всю поверхность арки и заодно укатаем пластиковый локер. Но на локер мы будем катать 2 мм. Дверные обшивки мы можем зашумить вот такой вот губкой. Она пропитана специальным составом и очень мягкая на ощупь. И она отсекает еще какие-то типы шумов. Но в данном случае на дверях мы будем использовать как первый слой — это обычную виброизоляцию 3 мм. И вторым, а заодно и третьим слоем мы уложим вот такой вот материал, тоже от Comfortmat. Он называется Integra. Мы очень аккуратно разбираем и собираем автомобиль, и после нашей шумоизоляции вы не найдете ни единого следа того, что ваш салон когда-то разбирался. В совокупности вся проделанная работа добавила машине комфорта, в ней стало тише и приятно ездить. А если и вы хотите добавить комфорта и тишины в ваш автомобиль, вы можете всегда приехать к нам в Клейка Про, и мы сделаем то же самое для вашего автомобиля.